Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Монат, это Айзек, и сегодня мы будем пытаться Soilwork System проходить. Петю откроем. Что делает Петя, кстати? Суть челленджа мы проходим за этого Вильзевула, который не может атаковать сам, только своими мухами, которые вращаются вокруг его оси, типа как в Солнечной системе. Поэтому и Soilwork System называется. О, отлично. Хотя урон, наверное, никак не влияет, да, на моих. Блин, можно было бы взять этого Библию, но жалко, денег нет. Можно понадеяться на Pageant Boy, но это только надежда. О, не-не-не, давай попризывай, давай. Умница. Призывай призывалками своими. А я больше никуда не смогу зайти. Нет, я не был в этой Керсе. Ну все. Так, Гутрип, давай телепортируй нас к боссу обратно. У нас еще одна орбиталка, кстати, появилась. Еще, так сказать, планета. Одна. Ну, за неимением лучшего можно попробовать взять. Вы бесполезны. Ларри младший. Ларри Джуниор. Можешь красной мухой атаковать? Ай! Мы, наверное, не пойдем на сделку с дьяволом. По ангелам пойдем. Вот этих вот как ловить, мне интересно. Вот так вот. Кубиком мяса. В принципе, пока что не особо сложно, но это пока что. Первое впечатление обычно обманчиво. Тупые мухи. Не-не-не-не, оставайся со мной. Тупые мухи. Все, вот эти уже безобидны. Опа. Давай. Побольше всякого накидай. Можно.
А, это мои мухи, все, отлично. Я уж испугался. Может кто-нибудь взорваться, а? Все, отлично. Как-то много взрывающихся мух, мне кажется, это опасно для меня. Они ж по факту взрываются, и их взрывы меня тоже задевают. Их как-то слишком до хрена у меня сейчас. Да кого это, в принципе, волнует? Главное, чтобы эти мухи... О, мухи, да, меня не задели. Держаться от них надо подальше. Это по факту как да, BBF. Мне кажется. Да, только они еще быстрее могут... умирать. Блин, надо было, наверное, сбить шанс на сделку, но уже поздно, ладно. Это какой этаж? Блин, некрополис. Ладно, используем, чтобы получить второго мидбоя. Интересная комната. Чё так много пауков? Можно мух? Пожалуйста. Так. Ну, сдохни. Сдохни. Да сдохни. Окей, безобидные отчасти. Главное на самих на них не наткнуться. Контактным уроном. А, все, это все мои. Это все мои. Как неудивительно. Так, хорошо, второй мидбоин. Теперь хотя бы стрелять может. Теперь есть смысл использовать стрелки. Да, но все равно пользоваться им как-то не особо удобно.
Да и скорострельница маленькая, да и урон, скорее всего, тоже. Хорош. Вы очень полезны, месье. Три чемпионских пекина. Ну, давай, вылезай уже, нормально. Наконец-то. Клещ. Не думаю, что это прям плохо. Здорово, мам. Максим, несложная рума. Это второй некрополис, да? Тогда смысла все-таки особо нету больше. Где все? Где босс? Где мой босс? Отлично. Так, давай вернемся вот сюда. Мейс. Тогда не будем возвращаться, а то мне лень. Айзек. Мама, давай как-нибудь поудобнее, можешь прыгнуть? Вылезти поудобнее. Вот так вот, да, допустим. Замечательно. Так, сквизи, хорошо. И здесь у нас ничего полезного. Нет, не турелька, ладно, полезная. А We Need to Go Deep уже нет. Здесь даже смысла нет особо смотреть. Я бы взял Серафима. Но у меня, к сожалению, нету телепорта. К величайшему сожалению. Ладно, надо, наверное, третий раз убить этого всадника,
чтоб уже нормальный мидбой был, хотя бы нормальный урон наносил. Ну ладно, турелька молодец, она самонаводящаяся, сама стреляет, так что ей даже не надо удерживать стрелочки, чтобы стрелять. Это мне нравится. Маленький такой. Так, все, у нас теперь будет 100% этот смерть, да? Я сначала подумал, почему у меня достижения вот здесь нету, а потом вспомнил, что я в этом в челлендже. Bad guess. Explosion diarrhea. Неплохо, неплохо. Блин, в большую комнату боюсь заходить, но мне кажется, все-таки надо будет. Другого выхода, да, не будет. Так, хорошо, это мои мушки. Как много их, опять же. Так, где у меня там валялось синее сердце? Здесь, да? Мои мушки. Не, чарет. Чарет пополезнее будет. Неплохие мушки. Кстати. Все полезные. Ну, у них у всех одинаковая механика смерти. Вот она, собственно, смерть. Как я и сказал. Все, теперь у нас мидбой самостоятельный. Жалко, на вторых этажах не было мидбоя. Ну да ладно, кого это волнует? Теперь у меня есть некий урон, который не зависит от меня. Молодец, мидбой. Retrovision. Прикольная пилюлька. Мне она очень нравится. Эффект делает прикольный. Блин, вот вас неудобно убивать, но вас надо убить, потому что дальше будет комната с боссом. С финальным боссом, слава богу. Мне не придется больше страдать. А, турелька, да, можно. Можно турелькой их забить. Ну все, босс. Oh!
Не сложно было. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А в описании список модов, которые я использую, и ссылка на ТГ-канал. Всем удачи, всем пока!